два, как показалось, внешне достаточно похожих матча, когда в обоих у «Алмаза» были шансы, но первый матч «Булиты», второй – крупное поражение. В чем причина, что случилось с командой, особенно сегодня? Случилось излишний академизм подвел. Хоккей – это работа серьезная. Там на льду, ну, у нас оказались, рабочих не оказалось, те, кто должен таскать рояль. В основном пианисты, мне как оказалось, пианисты не очень хорошего уровня. Вот отсюда результат. А пойдет ли такой холодный душ посреди чемпионата на пользу, в первую очередь, в моральном плане команде? Завтра будем разбираться с этим, со всем. Вот, какие-то кадровые изменения последуют. Разберем игру, покажем ошибки. Ну, я думаю, что какие-то выводы сделаем по этой игре. Какие сейчас у команды ближайшие планы до следующего соперника? Так у нас 2 декабря уже уезжаем в поездку. Начинается второй круг. Вот. Постараемся взять реванш. В Подмосковье у Витязи. Надеюсь, что это получится. Жизнь покажет, перестроится народ или нет. Будем надеяться, что да.